Здравствуйте, мои дорогие друзья! И опять перед вами мои любимые розы. Хочу рассказать немножко о розе Сюрир Дюхавр. 2011 год. Роза чайно-гибридная. Вывели ее во Франции. Бернард Паноза. Пятая зона. Я немножко опасалась ее покупать, потому что как-то казалось, что это французские розы, подвержены заболеваниям. Вообще пишут, что у нее троечка. На самом деле она весь сезон была неболеющая. Высота заявленная 80-100. Она вот за сезон такую высоту и набрала. Очень здоровая, цветущая кистями розочка. Розочка просто вот красавица у меня в саду. Здоровая листва, посмотрите, листва глянцевая. Держалась буквально до последнего. Еще одну такую розочку заказала себе. Хочу посадить их рядышком, и чтоб такой красоты у меня было больше. Обычно я роз не заказываю повторяшек, потому что места мало. Но от такой красоты не могла я отказаться. Вот такая розонька. Еще не менее любимая, но совершенно другая роза. Это розочка мускусный гибрид балерина. Бентал, 1937 год, шестая зона. Устойчивость к заболеваниям тоже у нее 3 звездочки. Высоту она может достигать 150 сантиметров, 1,5 метра. Цветочек у нее небольшой, но он, посмотрите, похож, как будто бы яблоневый цвет. Совершенно другая розочка, но она не менее любимая. Тоже абсолютно, посмотрите, насколько, это уже 90 лет этой розе, а тоже здоровая, здоровая листва, и такое очарование у нее. Постепенно открываются бутончики у нее, красота. А вот эта розочка тоже, флорибунда, это уже розочка Ханзештадт Росток, тоже одна из любимых моих роз. Она отличается от тех других, это флорибунда. 2010 год, Германия, Эверс, шестая зона. Вообще пишут, что у нее устойчивость к заболеваниям 2 звезды. Но знаете, я бы так не сказала. Она настолько стойка до самого последнего, зеленая глянцевая листва. Пишут, что 60-80 сантиметров. Вот такую высоту она у меня и набрала. Цветок очень долго держится. Для меня она очень красивая. Видите, как бы такое сливочного масла и внутри оранжевая подсветка. Лепестков у нее не очень много. Но я ее так люблю. Вот одна из любимых моих роз. Мне кажется, если вдруг что-то с ней произойдет, такая зима в этом году, у нее пишут шестая зона, то я обязательно вот эту розочку, вот эти вот все розочки, я обязательно посажу.